это послужило замечательно. Оставьте нас наедине. Ты нарушил данную тобой подписку? Что вы, я никому не сказал ни слова. Значит, о нашей первой встрече никто не знает? Никто. Очень хорошо. Садись. Теперь давай поговорим о деле. Ну что ж, дружок, ты настолько у меня в руках, что я теперь могу с тобой разговаривать откровенно. Я не сотрудник советских органов госбезопасности. А кто же мы? После узнаешь. Сейчас давай поговорим о тебе. Лучшее, что я тебе могу посоветовать, это быть с нами. Тем более, что ты любишь девушку, которая перешла на нашу сторону. Ты любишь эту девушку? Валя! Валенька давно перешла на нашу сторону. Вот теперь дальнейшая судьба ее зависит от твоего решения. Какого? Если ты будешь с нами, через месяц мы перебросим тебя и твою любимую в одну нормальную страну, где им будет обеспечена спокойная жизнь и работа. Васенька, соглашайся. Мы будем вместе. Навсегда. Что я должен для этого сделать? Ты должен сообщить нам все то, что касается боевой готовности вашей части. Mm-hmm. Ну что ж, делать нечего. Ну! Так точно мои. Иван Капитонович Колин, агент по снабжению цементного завода. Так точно. Хорош снабженец. А интересуетесь военными объектами? Вот. Четко работаете. Давно знакомы с этим гражданином? Первый раз вижу. А вы? Понятия не имею до скандала. А почему произошел скандал? Почему? Не помню. Да что не помню, не помню. Он крикнул, это твой любовник, и ударил меня, мерзавец. Правильно. Значит, из ревности. Ясно? А вот и не ясно. Часто он бывал у вас? Я уже сказала, что не знакома. Да, сказали вы одно. А получается другое. А вот это. А вот и все семейство. Узнаете? Можно прекратить эту комедию? Теперь можно. Уведите их. А вы останьтесь. Плохо работаете. Я бы даже сказал, легкомысленно. Шеф у вас не очень аккуратный. Рано радуетесь. Нас еще много. Знаем и выловим. Высокая бдительность – долг каждого советского воина. Быть бдительным – значит не только распознавать, разоблачать врага, как бы он ни маскировался, но и находиться в состоянии постоянной боевой готовности. Высокая бдительность – это способность воина в любую минуту выступить на защиту своей Родины и защищать ее умело, с достоинством.